Беларуси планируют определить минимальные требования к открытию и ведению бизнеса. Как рассказали в Совете по развитию предпринимательства, до конца первого квартала должен появиться соответствующий нормативно-правовой акт. Планируется определить бизнес-модели, например, для кафе или парикмахерской. Эксперты убеждены, что взаимодействие бизнеса и контроль надзорных органов должны измениться. Ожидается, что в течение 5 лет после регистрации к предпринимателю в принципе не будут приходить проверки. Желающие заниматься бизнесом смогут проконсультироваться, как это сделать правильно с точки зрения пожарной и санитарной безопасности, но при этом владелец будет нести ответственность за то, что он делает. Расширять производственную кооперацию с Беларусью намерен Казахстан. Как подчеркнул сегодня чрезвычайный полномочный посол Ергали Булегенов, отношения наших стран достигли уровня стратегического партнерства. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, белорусско-казахстанское партнерство планомерно развивается. В настоящий момент необходима более глубокая кооперация в промышленности. Беларусь и Казахстан намерены создавать больше совместных предприятий и экспортировать продукцию на рынки третьих стран. Презентация большого художественного альбома, посвященного белорусскому натюрморту, прошла в Минске. Работа началась в 2010-м с выставки современного белорусского натюрморта. Потом были исследования и изучение экспозиции и запасников музеев страны. При разработке концепции обозначили период в 50 лет. На финише собрали почти 1500 натюрмортов. В издание вошли 450 работ 150 авторов.